«Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья. Музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика» начинает свою работу на этой неделе. 120 минут вместе и каждый раз долгожданная встреча с вами на любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. В ближайшие 120 минут множество разной новой электронной музыки от русскоговорящих авторов и издателей. Начинаем сегодня вместе с проектом «Гумаль» и композицией «Воздушный замок» Airlock, именно что не замок, для издательства «Кафе де Анатолия». Следующей композиции издает свои работы под творческим псевдонимом 2-6, и трек называется «Till Dusk». Это специально для тех, кто путает закаты и рассветы. We'll be right back.
Новая композиция южноуральского дуэта Sugar Man называется «Проснись». Вокальная партия, которую исполняет сооснователь дуэта Геннадий Галютин, вновь доносит до нас, слушателей, ценные мысли. Еще несколько минут уделим сегодня издательству «Кафе де Анатолия» и в этот раз в контексте премьеры «Волшебный лес» «Magical Forest» от уральского музыканта Александра Спайта. Кстати, с Александром мы вновь услышимся в эфире «Русской кибернетики» на следующей неделе.
Российский электронный музыкант Илья Гладилин, он же Glorious, представляет совместную работу с музыкантом Art Time для издательства Declipped.
Эту композицию мы поймали через портал PromoDJ. Своей недавней работой с нами поделился музыкант Ай Коэн. Трек называется «Shards Fly». Интересное недавнее пополнение в каталоге издательства «Ради мира и любви». Стэн Тоун и Иван Купала с композицией «Кострома». Конечно, это прекрасно узнаваемый народный фольклорный мотив, который получил современное актуальное обрамление в виде органик хаус аранжировки.
друзья, большое спасибо всем, кто присоединился на прошлой неделе к форуму «Екатеринбург международный». Мы собирались в столице Среднего Урала, чтобы обсудить, каким образом сегодня российская креативная продукция, музыка, фильмы, сериалы, фотографии, игры продолжают появляться на всех континентах, завоевывать новую аудиторию, развивать партнерские связи с командами и разработчиками. С удовольствием напомним, что команда русской кибернетики, наша редакция, может приехать и на ваши события не только с диджейским сетом, но и лекцией, мастер-классом или открытым уроком. Напишите нам в любой соцсети, чтобы обсудить детали. Возможно, многое. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Что можно успеть сделать за 20 минут? Многое, что главное, чтобы потраченные усилия того стоили. Сейчас будет несколько полезных идей. Например, прочитать, наконец, еще одну главу книги, которая только и ждет, чтобы ее дочитали. За 20 минут можно сделать неплохую разминку, позаниматься йогой, порастягивать ноги, особенно если вы мечтали сесть на шпагат. Или же, наоборот, помедитировать или расслабиться. Наконец-то выучить несколько новых глаголов на испанском или сделать небольшой завтрак или ужин. Только, пожалуйста, без думскроллинга. Алексей Мельников с проекта «Сосна» на лейбле «Asceticism Records» выпустил занимательный релиз «Summer Sound», в котором собрал горсть звуков северного лета и вдохнул их прямо в электрические сердца синтетических музыкальных машин. Получилось совершенно небанальное лето с приключениями и вдохновляющими встречами. Если написать сочинение по этому лету, то точно можно получить 5. «Сосна» и композиция «20 minutes to 5 in the evening». Ваши варианты до вечернего чаепития.
спасибо лаборатории русской кибернетики за яркую хронологическую премьеру этой недели. У нас есть еще несколько премьер на ближайшее время до того, как начнется гостевой час. Gorge Havoc и Dulus записали заглавную композицию Celestial для недавнего extended плея на Anjuna Deep.
продолжим в этой же стилистике и драматургии органик хауса. Герои гостевого часа русской кибернетики на прошлой неделе, музыканты дуэта Волен Сентир, записали свою версию композиции «Пнеума» Тома Маршалла, он же «Марш». Thank you.
мелодичный прогрессив хаус, совершенно не утрачивает своих позиций. Приятно видеть и слышать, как эволюционирует это звучание. Ordinary Jew, новую пластинку, которую мы начали слушать на прошлой неделе, сейчас с еще одной композицией Trail. Дома сигнализирует нам Jimmy Some Space. И вот здесь один из музыкальных коллег, который еще увлекается и модой, поправил бы меня и сказал: «Нет, Женя, это не Денис Дома, а Денис Дома, как дизайнер Дамир Дома». В общем, Jimmy Some Space в русской кибернетике.
завершении первого часа послушаем новую совместную работу Александра No Hopes и Макса Фриза. Мы играем house. We play house. Все так и есть. Друзья, буквально через минуту мы начнем второй эфирный час и наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Его гостем станет российский электронный музыкант и продюсер Антон Любаков, он же MyFormat. Пожалуйста, не отлучайтесь надолго, сейчас мы продолжим. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.